Серые стены и узкие коридоры ушли в прошлое. В детской поликлинике номер 7 в Ульяновске завершился капитальный ремонт. На реконструкцию здания ушло полгода. Так, здесь полностью заменили инженерные сети, мебель, перекрасили стены, организовали регистратуру открытого типа, оборудовали детскую игровую зону и установили кондиционеры. Все по новым стандартам и согласно законам проекта «Бережливая поликлиника». Закуплено оборудование для кабинета офтальмолога в рамках программы развития детского здравоохранения, которые позволят проводить более точную диагностику. Здесь функционирует рентген-кабинет, будут принимать узкие специалисты, все в полном объеме, те, кто участвует в программе диспансеризации, и участковые врачи-педиатры. В полном объеме, с 7 участками и узкой службы поликлиника начнет функционировать уже в конце июня. Сегодня за медучреждением числится 6500 юных пациентов. Мы долго ждали эту поликлинику в таком виде, даже слова уже теряю, что сказать. Очень функциональная стала. Больше мне сейчас рассказали, будет здесь врачей, специалистов, чтобы нам по городу не ездить. Все в одном. Разбег, конечно, колоссальный. Даже получается не только интерьер и дизайн, да, а коридоры, они стали намного шире, и регистратура тоже. Это очень удобно, потому что заезжаешь либо с колясками, либо вот лично у меня 4 детей. И здорово вообще. Обновленный вид оценят не только местные пациенты, но и дети, а также их родители из поликлиники номер 5, что на площади Горького. Пока здание находится в аварийном состоянии, деток будут осматривать здесь. Правда, на прием к узким специалистам в 7-ю поликлинику они ездили и раньше. По словам главного врача, переживать за огромную очередь и духоту в помещении родителям не стоит. Отремонтированное здание не зря полностью перепланировали. К тому же площадь помещения 1000 квадратных метров. Мы со своей стороны постарались максимально сделать так, чтобы скученности не было. Я повторюсь о том, что мы сделали холлы, то есть убрали 2 кабинета. Если раньше здесь был узкий коридор, то сейчас есть большая зона для ожидания приема. Вот. И расширили немножко проходы, коридоры, для того, чтобы, опять же, было побольше места. Приводить подразделение детской городской больницы Ульяновска к единому стандарту продолжат и дальше. В этом году начнется преображение поликлиники номер 3 на улице Камышинской. Обновится и 4-я поликлиника Новорейкиса. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.